Что Ну это ты умеешь происходит? играть? Это еще 3 на 3 да раздаешь. Она про себя забыла. Нас больше вообще народ-то. Даже нас больше, чем 4. Пики. Нас 5. Пики, пики. Все. Нас вообще 5. Пики не может быть козыри. Нас 5. 4 же у нас ничего. Может, давайте пики козырь позвоним. Не, Дим, позже. Дим, попозже. Давайте. А козырь какой? Крести. Ты куда за свои пики взяла себе? Не взяла. Так ты взяла. Не взяла, ты что, смотришь, что я просто убрала. Давайте куда ты убрала? Паш, ходи, Диане. На тебе, пожалуйста. Ой, спасибо тебе. Здрасте. Я наша мама. А кто у чего? Туз есть, нет? Беда. Туз спит, давай дальше. Туз, что там? Поздно уже. Поздно уже. Я ходи. А что там туз-то? Ну поздно, Дия. Все. Да все, все. Если у меня козырь туз, я не могу покрыть его в пике туз. Подожди, если тебе, подожди, я думаю, подожди. Че ты вот так быстро играешь? Подожди. Одна карта еще. О, запаш. Пока он туз. Подожди, у меня козырь туз. Ну. Я не могу его покрыть. Козырь пики. Не понимаю, вашу дуру. Давайте, ты учите, пожалуйста, думаешь, ладно? Во-первых, очень сильно, не хитри, которые не нужно. Вот так, слышишь, так, нет? Ладно. Не хитрите, пожалуйста. Вот у меня, например, кот. Паш, ну ты мне реально думаешь, как то, что не нужно. Такого вопроса не будет, не будет, не бывает такого. Играй, как играешь, ты же чё все знаешь. Что у нас вообще, что у нас вообще? Крести. Крести, уже да? Карт нет, пипец, обалдеть можно. Какую-то классную карту приобрел, очень классно. Семь дама, дама семь вообще, дама семь. Семь дама вообще. Дама семь. Бита нет? Давай, бита, все. А козырь чё? Крести. Это ты мне или мне Паш? Мне? А с какой стати вообще? Вообще с тобой. Сейчас так ходит. Бери, давай. Потому что пики, наверное, кого тебе нет. Что ты берешь, у тебя такие классные карты. А, конечно. Паша, я тебе видел, у тебя пики есть. Просто дурак, давай ходи делай. Я дурак. Да, у тебя хорошие карты, сидишь, у нас уже колода нет, сейчас проиграешь. Козырь. Ой, подожди. В карте место. А что козырь? Показал. Какой козырь вообще? 9. Нельзя так. Ну ладно, какая разница. Пики тоже какая-то. Какой у нас козырь вообще? Ага. Ну, на, пофиг, на, бери. Хрень. На, Паш, бери. Чё-то я возьму. Это козырь. Это козырь? Это козырь, да? Да. А это чё за... Ты не сможешь покрыть. А чё за хрень такая? Чё за хрень вообще? Да. Чё за... Энджи. Подожди, а можно... Паша. А можно вот это? Давайте, покрыть? Кто проиграет, да, вот это выпьет. Вот это можно покрыть? Да, да. Можно покрыть? Кто проиграет? Что? Кто проиграет? Ты козырь. Кто проиграет, вот это выпьет, короче. Так я и говорю, что вот эти можно покрыть. Слушай, это проиграет. Так каким можно крыть? Туз самая классная, самая-самая она. Туз ничем нельзя покрыть. Дим, они меня издеваются или нет? Вот эти мы... А почему здесь пики вообще? Так это козырная, давай бери, короче, прайс. Все. А вот эти можно? А вот эти можно покрыть? У тебя хорошие карты. Вот эти можно покрыть? Нет! Нет! У меня хорошие карты. Что за хрень? Подожди! А поставь как на место. Вот эти. Что это было? Что это было? Где это? Где это было? Да короче, это Паш, давай, давай я туз хожу. Нельзя покрыть ничем. Я тебе хожу. Это ж не козырь. Это мой был. Вот это ты можешь, вот это ты не можешь, даже это коза. Не тупи. А я эти могу покрыть? У тебя хорошие карты, что ты сидишь? Вот эти могу покрыть? Нет. Это же пики. Пики можешь, только пики покрыть. Ты спит, взял? Я взял, Паш, хватит. Паш, ты удивляешь. Ходи, давай. Да ты чё? Паш, ходи. Ты сейчас погоду.
У меня одна карта. Ты здесь сейчас пойду, у тебя возьмешь все сразу. Давай нормально, средний такой. Я тоже беспонтовый такой, дай, пожалуйста. Я хоть буду. Беспонтовый тебе. Плуг снимает. Не казалось, ну ладно. Беспонтовый. Ну не пики тоже. Что у тебя сколько карт осталось? Да вот, да хрен. Не, одна карта. Беспонтовый, да? Слушай, я беспонтовый, не знаю, реально. С вашими играми. А, чё, козы? Класс, дай беспонтовый. Крести, ты такие Крести, классные давай карты. Ей. Беспонтовый, да? Беспонтовый, да? Или пиковую. Беспонтовый, да? Дай пиковую. Да. Эй, дурацкий. Блин, пиковую надо было дать. Да, чё, у меня, знаешь, какие классные карты у Паши? Одни козыри там у него, одни пики. Но он проиграет сейчас, умудрится. Лисан, сейчас только поможет. Да садись, я к вам. Ты, если ты сейчас проиграешь, ты будешь дураком, честным словом. Потому что нереально проиграть со своими картами. Ну, проиграй. Что это такое 9? Это 9 твой новый, да? Да, ты должен был покрыть так. Теперь я хожу, да? Давай, подумай сперва, как выходить. У меня вообще столько много карт. У него не меньше. Сколько у тебя карт? Сколько у тебя карт? 4, да? Я говорю, Паша, если ты проиграешь, ты реально дураком будешь, потому что ты реально. У тебя хорошие карты? Саша, мы правилами, я вообще ничего не понимаю. Я же говорю, пики, вот только пики. Ой, ну ты вообще... Ой, ты спина болит, у меня постоянно сложно. Кинь, тебе не болит, да? Пики, только пики. А чё козырь? Крести, у тебя нет. А у него? Не знаю. Ты есть крести? А если я даже, вот смотри, смотри, даже если я 10 пик кладу, 10 пики, он может мне 10 крести покрыть? Нет. Потому что пики кроют только пики. Ох, господи, что? Ну, вообще легко тебе можно выиграть. Не сможет. Мне так кажется. Что за хрень у тебя там такая? Бери сразу все. Блять, я не помню, что ему дало там вообще, не помню. Паш, у тебя 4 карты, у тебя не 40 карт, давай ходи. Тебе так легко. Вообще не думает, Паша. Смотри, как он делает. Не соображает уже. У меня просто хуйня какая-то. Чё там, козырь? Крести у тебя их нет. Крести. А тут у тебя есть другие карты. Эти-то играют. Что-то не разговариваешь. Дима ест. Ну давай, давай наугад, короче, ходи, да и все. Ты соображаешь, что ли, Паш? Нет. Заходи, как какого мы какой палец ткнешь, давай. Энджи, давай, Энджи. Давай руку. Давай убьем сначала нем. Давай закуски. Да это не закуска, блин, это вообще хер знает чё. Ты лишь какашку ему дадёшь.
Закашка уже вылилась. Мне надо вот отправить. Паша, тебе пену надо туда отправить. Давай, Паша, давай. Кристи! Паш, у тебя нет козыря, давай ходи. У меня нет козыря. А у тебя есть козырь? Я сейчас поиграю. Не проиграешь, если ты не ступишь. Тебе можно выиграть? Паш, ходи, это стой. Блин, дайте мне кто-нибудь интернет, а? Я скачаю, у меня скорость нет. Нет, скорость нет. Ну да. Он по второму прыгает. Нет, нет, нет. Нет. Лисан, я сейчас играть не буду, еще слово скажу. Все, ничего не показывай. Он Дима, по второму кругу идет, знаешь, мне? Да не ладно. Скажи ему, чтобы он ходил, он уже 2 часа сидит. Ходи, Паш, пожалуйста. Спать, давай я вместе тебя проиграю. Ну, ты мою карту все видела. Паш, достал, давай, ходи. У меня вот то сети нету, то чё. Ну, уже бесит, да. Вот. Вообще. Иди сюда. Лисан, я все вижу. Я не буду играться. Тим, поверь, у него не такие карты, что... Как говорится, это... Паш, ты достал, реально, ходила. Какой-нибудь, вот просто... Закрой глаза и скрип. Ну ты что, больной, что ли? Ну, я люблю своего Диму, но чтобы проиграть ему, я боюсь. Дим, читай карты. Выбери себе. Да, было 4. Что за утро, блин? Это надо. Наконец-то сходил. Радость. Ура, Паша, ты свершилась. Горько, горько. Раз, два. А чё козырь говорите? Кристи, у тебя нет пар. Чё ты сходил? Зря смеёшься, Паш. Теперь я зря смеюсь, да? Потому что сейчас ты неправильно сделал второй ход. А-а-а! Да! Пиздец мне, да? Ты сказала, что да. Нет, я сказала, сперва дамы ходи, а потом мне ничего не говорила. Потом ты король выкинул, зачем? Дима, ты уже потерял, да? Да. Прикольно. Я такой пью, он твиски. Ну, держись, Паш. А чё ты сделал? Ты, Дима, Паш, ты чё делаешь? Бросать в колоду. Ты покрыл, Паш. А, я покрыл. Это я покрыл. Да, он покрыл. Я покрыл. Я покрыл. Это я покрыл. Он сейчас соображает. Я хожу. Ну, держись теперь. Ищи соображать. Телефон, ты что делаешь там? Подожди. Ты кинул? Он не сейчас кинул. Он Wi-Fi ищет мой. Wi-Fi. У тебя кто был? Попытка повторить. Бери. А ты что, у тебя включен на Wi-Fi? Дим, ходи, давай, да, иди играть уже. Wi-Fi. Все, короче, Паша проиграл, пошла. Да пиздец, ты. Она вообще, она пиздецная. Сделала так, чтобы я проиграл. Нет, я смотри, ты ходил дамы, а зачем ты потом выкинул король? Надо было ходить другой картой. Да, давай обратно сделаем, как было. А.
обратно сделал, как было. Король надо было бросать. Ты был сперва даму, а король не надо было. Другую карту надо было. Так что ты мне сказал? Я тебе даму сказал, но второй шаг я тебе не подсказывал. Дим, давай, слышишь. Дим, почему вот я не понимаю, что надо делать? Кроме Евгении, можно кого-нибудь там? Ваня, Фая! Как-нибудь? А? Дим, угу. Можно у тебя? Там? Сейчас. Ваня, Ваня, Фая! Евгений. Проиграл, Паш. Ура! Я вообще не понял, что надо.